Дорогие друзья, с вами Николай Дроздов и Радмир Данилов и потерянная передача «В мире животных», 13-я серия. Вы только что посмотрели танец коловраток брахионусов. Посмотрите на это тучное, довольное животное. Сильно напоминает корову. Это очень питательная, калорийная коловратка. Да-да, это те самые брахионусы, которых так любят аквариумисты. Именно их до отвала кормят убитыми ослабленными дрожжами или водорослями. Например, хлореллой. В ходе этой передачи мы с вами окунемся в мир бесчисленных, многочисленных животных, обитающих пресных водоемов. Мы с вами увидим дафний, циклопов, брюхоресничных червей, личинок различных насекомых, в том числе личинок надоедливых комаров. Ну а помогать мне в этом будет Радмир Данилов. Радмир Данилов – химик, и в этой области является лишь энтузиастом. Ну а ваш покорный слуга является орнитологом, поэтому все неточности видео прошу направлять в нашу редакцию. Отдельную благодарность передача «В мире животных» выражает Андрею Савицкому, чьи работы вошли в основу фильма. Радмир, доброго дня! Доброго дня, Николай. Это, я так понимаю, многоклеточный хищник. Очень напоминает одноименный фильм. Какие у него внушительные мандибулы. Похоже, это очень страшный зверь. Радмир, ну расскажите нам поскорее, что за удивительное создание мы видим на этом видео. Это коловратка Колотека орната. Обитает в пресных водоемах. Давайте посмотрим фильм. Питание коловратки Колотека орната 1350 крат. Эта коловратка является хищником и питается мелкими простейшими. Ротовая воронка разделена на две части. Верхняя – трокус, нижняя – вестибулум, которые разделены закрывающейся заслонкой. Поверхность трокуса выстелена ресничками, которые создают поток воды и затягивают добычу. Также там находятся сенсорные реснички. Когда жертва попадает в трокус, она задевает сенсорные реснички. Животное сжимает трокус, добыча вдавливается в вестибулум, заслонка между трокусом и вестибулом закрывается, и простейшие проталкиваются в пищевод, а затем в желудок. Взрослые самки Колотека ведут сидячий образ жизни в одиночных слизистых домиках. Тело явно подразделено на голову, туловище и сильно сократимую ногу. А также на этом этапе развития у них пропадают глазные пятна. На голове расположена воронка, которая называется короной и служит для захвата пищи. Принцип работы короны будет рассмотрен в следующем видео. На короне имеются выросты, названные лопастями, к которым прикреплены длинные корональные реснички, которые защищают от попадания несъедобного мусора. Дорогие друзья, похоже, я обосра... У меня дефекация. Не переключайтесь, Радмир, продолжайте. На данном видео мы видим коловратку Epiphanes senta. Здесь вы можете наблюдать редкие кадры опорожнения или дефекации кишечника. К слову сказать, напугать коловратку невозможно, так как нервная система состоит всего лишь из одного надглоточного ганглия. Поэтому коловратка может лишь рефлекторно сократиться в ответ на раздражитель.
На этом же видео представлены уникальные кадры выхода из яйца коловратки Brachyonyx rubens. После выхода из яйца маленькие коловратки выглядят так же, как и большие. Отличаются только размером. Это из-за того, что после периода эмбрионального развития клетки перестают делиться и только увеличиваются в размерах. С этим связано постоянство клеточного состава коловраток. Также из-за этого у коловраток отсутствует способность к регенерации. На следующем видео вы сможете увидеть вылупление коловратки Colotheca ornata. Дорогие друзья, а сейчас вашему вниманию будет представлена серия видео о личинках насекомых, которые чаще всего обитают в пресных водоемах. Радмир, вам слово. Благодарю, Николай. Личинка падинки, 56 крат. Вы только что просмотрели личинку в светлом поле, а сейчас вашему вниманию представлено видео в темном поле. Все личинки падинок развиваются в воде. Это типичные обитатели быстрых ручьев и рек. Встречаются и в стоячих водоемах. Отличие от взрослого насекомого, у личинки хорошо развит грызущий ротовой аппарат. Личинка активно питается, в основном растительными остатками. Еще один наш герой – это личинка ручейника, кадисфли ларва. 56 крат. Личинки ручейников, за небольшими исключениями, являются водными дендритофагами. Почти все личинки строят чехлик или домик, часто включающий песок и маленькие камешки, или кусочки листьев и веточек. Каждый род или даже вид строит чехол определенного вида. В случае опасности личинки забираются в свой домик и затыкают вход в него своей головой, покрытой броней из хитина. Если взять один кирпич, мало толку в нем, потому что из него не построишь дом. Если пару кирпичей рядом положить, будет только две стены, неудобно жить. Взять бы много кирпичей, штук примерно 5, вот бы вышел славный дом, только где их взять, а? Вы только посмотрите на это, куда смотрят государства и банкиры,
Это же несанкционированное изготовление домика, не облагаемого налогом, без использования кредитных займов. За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Кроме того, вводится новый налог на осадки за обыкновенный дождь 100 лир, за проливной дождь 200 лир, с громом и молнией 300 лир. Молчать! Николай Николаевич, пожалуйста, не напоминайте о государстве. Пусть хоть животные поживут по-человечески. Личинка водяного клеща. Water mite larva. 240 крат. Во время развития в яйце зародыш окружается особой внутренней оболочкой. Затем яйцевая оболочка лопается, а внутренняя вдувается от проникающей сквозь нее воды. И зародыш переходит в стадию так называемого вторичного яйца, из которого уже выходит шестиногая личинка. Личинка очень подвижна, некоторое время живет свободно. Потом входит ткань жабр пресноводных двухстворчатых раковин, далее развивается восьминогая личинка, а после взрослое животное. На данном видео вы можете увидеть личинок комаров-дергунов или хиронамидов. Более распространенное название – комары-звонцы. На медне прилетел один такой хиронамид и сдергался весь. Ох, всю ночь мне испортил. Ох, звенел. В общем, хиронамид он и есть. Название комар получил из-за характерного звука, который получается из-за того, что комар машет крыльями до 1000 взмахов в секунду. Взрослые особи вообще не питаются, их ротовые органы недоразвиты. Комары-звонцы безвредны для человека.
А личинки комаров-звонцев, мотыль, живут в придонном иле и способны жить на глубине до 300 метров. Личинки питаются детритом и микроорганизмами. Некоторые являются хищниками. Личинка комара служит для кормления рыб в аквариумах и приманкой при ловле рыбы на удочку. А вот это как раз личинки комаров, которые кусают человека. Как и у всех прочих двукрылых насекомых, у комаров четыре фазы развития. Яйцо, личинка, куколка и имаго, или по-другому взрослая особь. Живущие в воде личинки и куколки комаров дышат атмосферным воздухом через дыхательные трубки, выставляя их на поверхность. Личинки комаров – фильтраторы или отскребыватели, питаются водными микроорганизмами. Дорогие друзья, посмотрите, вот что бывает, если долго не ходить на маникюр и даже педикюр. Очень грустная история одиночества. Расскажите, Радмир, что это за невиданный зверь, похожий на росомаху? Тихоходки или водяные медведи, тардиграда,
тип микроскопических беспозвоночных, близких к членистоногим. Большинство населяет моховые и лишайниковые подушки на земле, деревьях, скалах и каменных стенах. Количество тихоходок в мхе может быть очень велико, сотни и даже тысячи особей в одном грамме высушенного мха. Питаются тихоходки жидкостями растений и водорослей, на которых обитают. Питаются при помощи особого рта, похожего на стилет, которым как раз и высасывают соки. Тихоходки привлекли внимание уже первых исследователей своей поразительной выносливостью. При наступлении неблагоприятных условий они способны на годы впадать в состояние анабиоза, а при наступлении благоприятных условий довольно быстро оживать. При анабиозе их метаболизм падает до 0,01%, а содержание воды способно доходить до 1% от нормального. Выдерживает пребывание 30 лет при температуре минус 20 градусов и в течение 20 месяцев в жидком кислороде при температуре минус 193 градуса. 8-часовое охлаждение жидким гелием до температуры 271 градуса. Нагрев до 60-65 градусов в течение 10 часов и до 100 градусов в течение часа. Весь секрет адамантия в том, что если удалось получить этот необыкновенный сплав в жидкой форме, его надо хранить подогретым, иначе он затвердеет, и его не разрушишь. Тебе это уже известно. Раньше я думал, что тебе нет равных. Я ошибался. Это род ветвистоусых рачков. Внешнее строение. Покровы состоят из головного щита и двустворчатого карапакса. Обычно на них имеется хорошо заметный узор из ромбов и многоугольников, ретикуляция. Каждую такую ячейку покровов образует одна клетка гиподермы. На краю створок имеются щипики, на заднем конце покрытая щипиками хвостовая игла. У многих видов на внутреннем крае створок и его средней части есть ряд оперенных щетинок. У самцов всех видов есть такие же щетинки и добавочные щетинки на переднем нижнем углу створок. На голове у большинства видов развит клювовидный вырост – рострум. Под ним расположены первые антенны – антеннулы. Короткие выросты, несущие на конце 9 обонятельных щетинок – эстетасок, эстетасков. И на боковой поверхности одну добавочную щетинку. У самцов антенны первые, более крупные, подвижные, несут кроме эстетасков – крупную щетинку, жгутик на дистальном конце. Погодите, погодите, Радмир, я, кажется, знаю и в нашем мире таких существ, эстетов. Вот, например, у меня есть знакомые, у которых дома есть закусочный прибор, рыбный прибор, столовый прибор, десертный прибор, фруктовый прибор. А у самцов даже есть
собственно, прибор. На боковой поверхности головы расположены выступы кутикулы, фарниксы. Их форма, а также форма заднего края головного щита – важный диагностический признак подродов и групп видов. Под фарниксами в голове сложным суставом крепятся вторые антенны, собственно антенны. Они состоят из основания и двух ветвей – внутренней и наружной. От задней поверхности головы отходит крупная верхняя губа. Внутри нее находится несколько гигантских полиплоидных клеток, которые выделяют секрет, склеивающий пищу в пищевой комок. На границе между головным щитом и карапаксом под створками расположены мандибулы. Они имеют сложную форму, асимметричны и имеют сильно хидинизированные жевательные поверхности, покрытые гребнями и выростами. В процессе питания мандибулы переправляют пищу в ротовое отверстие. Радмир, хотелось бы в теме нашего сюжета меньше разговоров о мандибулах. У меня, кажется, мандибулофобия. Хорошо, конечно, следующее видео не будет содержать подробностей, но мы все же завершим начатое. Ну да, я тоже завершил начатое, просто остался неприятный осадок. Под карапаксом расположены небольшие максилы. Первые – максилулы, несущие 4 щетинки. Максилы вторые у дафни редуцированы. Имеется 5 пар двуветвистых грудных ног сложного строения. Ноги первой и отчасти второй пары различаются по строению у самцов и самок. На первой паре ног самцов расположены крючковидные выросты, которые позволяют цепляться к самкам при спаривании. Третья и четвертая пары несут веера фильтрующих щетинок. На каждой ноге имеется дыхательный придаток и пиподит. Радмир, будьте добры, повторите, пожалуйста, вы сказали «иполит»? Нет, «эпиподит». Ты что, с ума сошел? Перестань немедленно! Я даже не подумаю. Ой, ужас. Ты соображаешь, что ты делаешь? Ну не мешай, ты закройте. Иполит, пальто испортишь. Ой, ну не мелочись, Наленька. Иполит, я тебя умоляю. За грудным отделом расположен редуцированный брюшной отросток, наличие которого маркируется дорзальными абдоминальными выростами, закрывающими выход из выводковой камеры. Их обычно 4. Они хорошо развиты у половозрелых самок и редуцированы у самцов большинства видов. Задний отдел тела – крупный подвижный постабдомен, гомологичный тельсону других ракообразных. На его дорзальной стороне расположены два ряда зубчиков, между которыми находится анальное отверстие. У самцов некоторых видов эти зубчики частично или полностью редуцированы. На конце постабдомена имеются парные коготки, покрытые щипиками. По одним данным, они гомологичные фурки. Фурка – это пара придатков на конце брюшного сегмента тельсона ракообразных. По другим представляют собой пару крупных видоизмененных щетинок. Щипики есть на наружной и внутренней стороне коготков. Обычно на наружной стороне 3 группы щипиков, на внутренней – 2. Постабдомен служит для очистки фильтрационного аппарата от крупных посторонних частиц. Как интересно, Радмир. Дело в том, что у меня есть сосед, так вот, он тоже постоянный постабдолбен. И причем он тоже любит все максимально очищенное. Здесь, на этом видео, представлена личинка циклопа, или по-другому науплиус. Науплиус – плавающее животное с панцирем, планктонная личинка многих видов ракообразных. Тело науплиуса не сегментировано, имеется 3 пары придатков, впереди рта одноветвистые чувствительные антенны и сзади двуветвистые антенны и придатки, служащие для плавания. Наутилус имеет непарный наутилярный глаз. Между придатками и анальным отверстием расположена зона роста. В ней по мере развития личинки образуются постнауплиарные сегменты с конечностями, после чего науплиус переходит в стадию метанауплиуса или в ципрессовидную личинку. Благодарю, Радмир, что использовали слово «придаток» вместо этого страшного слова. Между тем, я, кажется, знаю одного науплиуса. Он утверждает, что алкоголь в умеренных дозах является не только безвредным, но и даже полезным продуктом.
Благодаря его деятельности наублюсы размножаются и постоянно блюют, и даже блюют на тротуарах. Что поделать? К сожалению, наука также не отличается святостью. Важно самому честно разобраться в каждом аспекте бытия. Циклопы. Семейство веслоногих рачков. С длиной тела от 1 до 5 мм. Имеют непарный лобный глазок, из-за которого они и получили название. Антеннулы у циклопов короткие, служат для плавания и одноветвистые. У циклопов 4 пары развитых ног. Пятая пара у самцов преобразована в орган удержания самки при половом процессе. Сердце у них отсутствует, кровеносных сосудов нет. Органы омывает бесцветная гемолимфа, движение которой способствует пульсации кишечника. Дышит всей поверхностью тела. Нервная система в виде головного мозга брюшной тяжи образует лестницу узлов нет. Известно около 250 видов, распространенных по всему земному шару. Обитают обычно у дна пресноводных водоемов, и лишь немногие в толще воды. Циклопы – хищники и питаются простейшими икловратками, мелкими рачками. Сами служат пищей многим рыбам и морякам. Могут служить промежуточными хозяевами паразитических червей. Ракообразная, острокода, 120 крат. Трудно найти водоем, где бы не жили ракушковые рачки. По разнообразию условий, к которым они приспособились, их можно сравнить только с веслоногими. В мелких лужах, в прудах, крупных озерах, подземных водах, на всех глубинах Мирового океана, как на дне, так и в толще воды, можно обнаружить этих невзрачных мелких животных. Несмотря на столь разные условия существования и различный образ жизни, среди ракушковых есть хищники, есть грунтоеды, донные, планктонные формы, взрывающиеся в грунт и ползающие по растениям. Организация ракушковых, в общем, довольно однообразна. Все они обладают толстой двустворчатой раковиной. Левая и правая створки раковины соединены на спинной стороне эластичной связкой. В середине тела расположен мощный мускул, замыкатель, прикрепленный к правой и левой створкам. При сокращении этого мускула раковина плотно закрывается. Thank you.
первом видео вы можете заметить Чаэто Дастер. На втором видео брюхоресничный червь. На третьем полоский червь. На четвертом и пятом это малощетинковый червь. Подробнее с вами рассмотрим брюхо ресничного червя. Брюхо ресничный червь. Гастротриха. Род Чаэтонотус. Кратность 1350 крат. Брюхо ресничные черви или гастротрихи. Мелкие от 0,1 до 1,5 мм. Морские и пресноводные, преимущественно донные животные. Движутся за счет биения ресничек, расположенных на брюшной стороне тела. Что-то есть сходное в этом передвижении от инфузорий. Гастротрихи питаются бактериями, мелкими частичками дендрита. Морские виды также диатомными водорослями. На заднем конце большинства видов имеют хвостовую вилку с трубочками, выделяющими липкое вещество, служащее для временного прикрепления к субстрату. Как интересно, Радмир, я тоже знаю брюхо ресничного червя. У него все пузо в волосах, он очень любит пить липкий субстрат, называемый пивом, который позволяет ему надежно прикрепляться к субстрату. Дорогие друзья, вы только что посмотрели совместную передачу «В мире микроскопических животных». В ходе киносъемок этого видео не пострадал ни один супергерой. Даже Ипполит был высушен. Желаю вам всем оторваться от субстрата, айфонов, посмотреть на этот мир иными глазами. Изучайте этот мир, изучайте себя. Этот мир стоит того, чтобы задавать вопросы. С вами был Николай Дроздов и Радмир Данилов, режиссер Андрей Савицкий.